Понятный, пусть и неприятный мир стал вываливаться из карманов и уходить из-под ног. Всюду лишь аддиктивная зависимость от бихеверального паттерна, понять который я ни за что бы не смог. В толпе безработных я чураюсь этого и посылаю какой-то матери всю вашу аксергию с энергией, диссипацию с поэтами Серебряного века. Лучше буду с воспаленными от бессонницы глазами штамповать новые треки. Лучше буду засыпать в метро в обнимку с книжкой Умберто Эко. Лучше буду в подъездах с друзьями читать мантры и пить черный лекарь. Я не смогу больше нащупать пульс захлебнувшегося информацией мира. Я не смогу больше весело петь посреди чумного пира. Лучше я одену старые треники и приготовлю картошку в мундире. Достану селедку в пряном посоле и буду громко ржать над шутками команды из Армавира. Понятный, пусть и неприятный мир стал вываливаться из карманов и уходить из-под ног. Я делал все, чтобы удержаться на нем, но, к сожалению, не смог. Не смог, не помогли мне ни ежедневные тренировки, ни 33 банки пива разного сорта. Не помогла мне ни итальянская кухня, ни катание на борде, ни самоуверенность в своем таланте, ни базовые знания Excel и Word. Я падал, ломал деки, но возвышался над оставшимися всеми. Бежал на месте, рубил узлы, но перемещался лишь во времени. И снова тонул, захлебывался, но не в водах потопа грехов человека, а в личной ванне на борту ковчега. Пытаюсь отвлечься, наблюдаю за жизнью прохожих. В парке Победы дерутся два упыря, на Батхеда с Бивисом похожи. Коротышки в зеленых одеждах Шреддера в очередной раз побеждают. Зойбер кичит дверь в Нарнию, Картман смеется над Кайлом, который ему помогает. Хельга Патаки звездного Патрика бьет головой об стол на скамейку, укрывшись недописанным сценарием, спит уставший Брэндон Смол. У Гомера Симпсона проблемы с участковым, Мэри Поппинс вместе со Стью и Гриффином поет 33 коровы. Черный плащ упал с тарзанки и сломал ключицу. Детские герои совокупляются и скрещиваются с разговорами бабушек в больнице. Черный плащ упал с тарзанки и сломал ключицу. Детские герои совокупляются и скрещиваются с разговорами бабушек в больнице. Понятный, пусть и неприятный мир стал вываливаться из карманов и уходить из-под ног. Всюду лишь аддиктивная зависимость от бихеверального паттерна, понять который я ни за что бы не смог.